Вон, гоняй. Увозят бочки. Все взрывается. Вчера днем на восточной окраине Екатеринбурга, как позже выяснилось, на одном из складов в промзоне на 14-м километре Сибирского тракта приключился крупный пожар. Там горели, а точнее пылали адским пламенем полимерные материалы. На открытой площадке на площади в 250 квадратных метров. Очевидцы утверждали, что со склада на скорой увезли человека, которому стало плохо и он сознание потерял. Пресс-служба регионального управления МЧС официально подтвердила, что с пожарища действительно был госпитализирован в больницу один человек. Кто он, не уточняется. Но можно предположить, что ввиду воскресного дня это мог быть сторож склада. Поначалу гигантский столб черного дыма переполошил всю округу. Он был хорошо виден из окон жильцами высоток в поселке компрессорного завода и, похуже, автомобилистами, хотя последних он напугал не меньше первых. Тревожный сигнал о пожаре в промзоне поступил около 2 PM. На утушку были отправлены 18 огнеборцев на 3 спецавтомобилях. Местные дачники из Колсадов утверждали, что со склада срочно вывозили бочки, предположительно с горючими жидкостями. Час спустя столб дыма стал поменьше. В 3:30 PM пожар был локализован, а около 3 пламя погасло. В 6:00 дня был дан отбой. Об ущербе пока ничего не известно, но, вероятнее всего, он окажется немаленьким.